Здорово, ребят, девчат. Я надеюсь, у вас житуха супер. Кто первый раз? Я, Александр Колесников. Живу в Цинциннати. Город штата Огайо. Иногда у меня по настроению я делаю много видео на канале, иногда я делаю короткие видео, но все-таки я решил поставить название «Неудачник USA» обратно, потому что это фан. И вот в основном канал. Ни о чем, разумеется. То есть, но иногда мне хочется все-таки давать какую-то информацию, чтобы ну, какая-то польза все-таки была, я надеюсь. А последнее время я что делаю? Я на нейтралочку ставлю очень часто. И есть еще экономный режим в этой тачке, так что у меня рука здесь, когда я просто качусь, я ставлю на нейтралку, чтобы убрать обороты. Может, немножко помогло. Опять-таки, просто эксперимент. История сегодня дорожной рассказки «Чума». Даже еще не знаю, как назвать, но ну, увидите скоро название. То есть про моего сына, которому он 99-го, да, значит, будет 20 лет. Он в колледже в Чикаго, Lake Forest College, учится на финансиста. Вот, сам решил, я ему просто рассказал, что будет, что возможно делать, что невозможно делать. Я обычно, мои родители очень, особенно мама, то есть пихала меня во всякие там, и я решил тоже по-своему сделал, но я имел огромное давление. Я надеюсь, мои дети не получают такого давления, мы просто говорим о жизни, так сказать. Короче, его оштрафовали еще с его девушкой, оштрафовали за переход поезда. Сейчас я все детали расскажу. Цену я вам тоже чуть попозже расскажу. На переходе поезда, вот в этом Lake Forest, они собрались, был день выходной от учебы, и он собрался со своей девушкой в Чикаго, потому что она из Чикаго. Вот, ну, не знаю, что они там хотели делать, просто обалдеть. Ха-ха-ха, невероятно. Пришли на платформу, буквально там, может, минут 10 пешком от этого их кемпус, да, из где у них общаги там, в очень хорошем месте. Это мне нравится. Отдельно тоже вам, ребятки, расскажу. Очень интересная история. Так вот, они пришли на платформу, которая идет в Чикаго, и смотрят, что-то нет не очень много народу. И вдруг объявы или кто-то им сказал, не очень важно, что поезд, оказывается, здесь у нас как какие-то ремонты на этой платформе, вы должны перейти на другую платформу. Так вот, они начали переходить и перешли. Ух, чувак, опасно как вылез-то. Братан. Вау. Пожалуйста. Короче, они стали переходить этот... Это все в таком наземлении. Какие-то там виадуки и прочее, как они называются. Переходы нет. Ну, прям официальный crossing gates. Я услышу от него историю позже. Мне просто жена рассказала вчера. Так вот, они стали переходить на вроде уже закрытый сигнал перед, не перед поездом, а где-то заранее. И какая-то дамочка полицейская, какая-то, я не видел ни разу, мы там были два раза, я не видел никаких полицейских на этой станции. Вообще там их я не видел. Там какой-то кампус security есть. Кричит там, вы не уезжайте от меня, вы будете что-то там, я вас, это самое, типа, удерживаю. Вы не имеете права уехать от меня на этом поезде. Ну, Тедди у меня такой, если бы он был комсомольский работник при Совдепе, он бы был вообще, он такой кремень, по правилам все. Такой, ну. То есть он, все, они как вкопанные, конечно, замерли. И, в общем, дамочка им рассказала, что к чему. Рассказала, да, и выписывает штраф. Сейчас скажу, насколько. Короче, после того, как
будет судебное заседание 30-го, в день, когда они, кстати, когда он приезжает обратно с своим другом из Чикаго, они едут сюда домой, ну, на все лето, то есть на каникулы. Этот court day будет, судебное заседание будет в этот же день, с утра, и закрывается этот кемпс. Не знаю, как они все разрулят. Короче, родители и ее девушки тоже приедут на это заседание. Ну, Тедди, конечно, молодцы, отличился. Так вот, сколько вы думаете? И моя жена спрашивает вчера, ну, как ты думаешь? Я говорю, ну, 150, она говорит, выше. Я, по-моему, сказал 250. То же самое я разговаривал с своим другом сегодня, с Полом. Я говорю, 250, 350, $750. Потом они уже там посмотрели в какие-то неправила такие, типа негласные, типа порядка. И есть такой charge, этот самый, такой штраф за не конкретную вещь, вот, что с ними произошло, но подходящую под какую-то статью, вот, отдельной, нету специально. В общем, нужно будет поставить наверняка там... Просто интересно, будут они действительно платить или им скостят там деньги какие-то. Но Тедди возвращается, он будет работать на... дальше надо. Да, на очень хорошей работе, где дают хорошие типсы. То есть, если придется им помочь, конечно. Ну, у него есть свои бабки. Вот. А что с... А, два ряда направо, правильно. Нет, здесь надо. Сейчас я в одно место заеду, потом на обед. Вот так вот, чума. Просто невероятно. Рассказывайте, мне интересно, про ваши штрафы в Америке, в России, где вы там живете. Такие вот досадные. У меня была одна история про, еще при Савдепии. Меня тоже задержали. Ну, это отдельно я расскажу. За переход один раз, наверное, ну, серьезно, в жизни я это делал. Может быть, парочку, троечку, ну, не больше. Я такой залет сделал тоже, перешел на красной пресне, отдельно расскажу. В общем, такая, ребята, история прикольная. Будем смотреть, что дальше. Значит, что спрашивают про красный сигнал? Можно повернуть, если никого нету и не написано, что нельзя поворачивать. В штате Огайо. В других штатах все может быть, все по-другому. Ну, вы сделали, видите, такой комплекс классный. Не знаю, дамочка стоит там, она ждет кого-то. Или меня ждала. Вот, потому что на четыре направления стоп-сигнал. Ну, точно на нашу, 100%. Вот такие дела. Так, что у нас здесь? А, вот так. Ну что же, ребятки и девчатки, пишите, что вам интересно, я с удовольствием какое-то сделаю. Я буду больше в основном про личные какие-то, ну не проблемы, но про личные вещи. В основном политика мне не интересна, ну может быть, если что-то такое здесь, только здесь, вот, про штаты. Ладно? Вот вам успехов и всего наилучшего тогда. На остановочке мы камеру выключим. Так, стоп-сигнал. Давай!